Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео, в новый влог. Сегодня 15 декабря, четверг. Алиска отмерила полки будущие на вот том огрызке деревянном. Сейчас покажу. Вот она, фанерка. И здесь две 70 сантиметров уже должно быть? Да. Две 70-сантиметровые полочки будущие. Сейчас у нас старая еще картонка здесь осталась, которую мы уже уберем, когда я напилю. Надо будет уже наводить порядок. А, не, еще рано, ты же еще будешь шлифовать и красить. Да. Окей, короче, пила, хочу вам сказать, конечно, это здорово, но она подходит для того, чтобы куда-нибудь, вот, не знаю, в лес поехали и какие-нибудь сухие ветки нашли, и вот их на костер попилить подойдет. А вот что-то ровно пилить, ну, так себе, да, это самое дешевое было. И это к тому, что, ну, иногда стоит чуть-чуть, наверное. Хочешь ровно, короче, надо брать ее пошире. Тогда она не так извивается вся, потому что это может уйти в сторону сейчас. Но я постараюсь. Ну вот если в самом конце, конечно, этот уголок бы не отщепился чуть-чуть. В принципе, нормально. Зря я, короче, бузил на эту пилу. Получилось вполне себе ровно, даже с обратной стороны. Я думал, тут задерется все сильно, но нет. Не очень-то и сильно. Нет. Сейчас на контроле Лисе отдам, проверит. Это вот Алиса сейчас начесала, но на самом деле это вообще очень мало. Обычно с нее начесывалось просто гигантские колтуны. Это вот так вот. Вот так вот. Все, она ушла и не хочет возвращаться. Нет, я сама не... Добровольно я не буду на эту процедуру. Нет, она обычно все равно идет. Вот сюда. Вот сюда. Иди сюда, иди туда. Иди сюда быстро. Надо, надо, горош, надо. Давай, 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 давай. Ребята, я после работы решил, что время отключить мозги и время поиграть. Микрофон включен? Да, в последнее время что-то стал забывать включать микрофон, а потом, блин, дубли порчу только. У меня есть вот такой джойстик, геймпэд от Xbox какой-то серии. Я вот не знаю, у меня никогда не было ни Xbox, ни PlayStation, но зато у меня есть от Xbox геймпэд, как правильно, не знаю. Короче, мы всю жизнь называли их просто джойстиками, джойстик. Хотя, по идее, джойстик — это, наверное, все-таки вот эта штука, потому что, типа, игровая палка, джойстик. Я не знаю, знатоки могут меня поправить. Короче, и помимо джойстика, что нужно мне, чтобы поиграть? Конечно же, место, с которого будет запускаться игра. Во-первых, такой джойстик подключается с маком по блютузу, то есть он же беспроводной, и прям коннектится на раз-два. Вот я только включил там Bluetooth, он сразу подключился. Он уже знает, что это вот. Вот он здесь. Кстати, с икеевскими аккумуляторами, теми самыми, которые я зарядил, которые недавно нашел в закромах. Подсветка. Я решил повесить еще одну новогоднюю. Сейчас там беспорядок, я покажу его, потому что просто вот там подсветочка новогодняя. Гирлянда, точнее, здесь гирлянда. Я ее увел туда на кондиционер. Передо мной проектор. Вот он. Кстати, спасибо Илюхе, вот он в пандемию нам его заслал, и мы с тех пор не расстаемся с этим проектором. Ему огромное за это спасибо, не устану благодарить. Это позже для нас было дикое открытие, это было офигенно. И до сих пор офигенно. Вот наша елочка маленькая такая, уютненькая. Там уже два мандарина осталось, потому что один мандарин я уже заточил. Здесь на компе я сейчас запущу один из вариантов поиграть виртуально. Я только что оплатил час игры через Сберпэй. Блин, это так удобно вообще, на самом деле, прям офигенско. Мне это нравится, что вот так стало можно. Не надо вводить там карту, вот это все. Сейчас запущу GTA-шку купленную. Если все так, конечно, быстро получится, я не уверен, что все так быстро получится. Я 100 лет не играл, и вообще все удалено у меня. Мне еще нужно клиент установить. Запускается игра, в идеале, мне тут всякие эти, показываются слайд-шоу, что в идеале нужно по проводу подключаться. Короче, интернет должен максимально быть настроен, как бетон классно подсвечивается, максимально интернет должен быть настроен так, чтобы все высасывала только эта программка с игрой. Ну, чтобы не было никаких задержек. Зашел в свою учетную запись Rockstar Games, вот, который Social Club, и что-то уже минут 5 что-то грузится, и я уже начинаю ощущать, что, черт возьми, я не поиграю, походу? Не знаю.
какая-то фигня. Но у меня всегда есть гоночки прямо на Маке, которые... Происходит какая-то странная муть. Я оплатил целый час, и уже 12 минут я пытаюсь зайти в игру, а ничего не получается, но минуты уходят, и... Блин, ну это становится уже обидно, вы чё? Что вы меня лишаете игры? Ну правда, что за фигня? Какой купить? Оно у меня куплено, погнали. Тот момент, когда понимаешь, что, наверное, да, нужен либо стационарный комп дома, либо какая-нибудь приставка, чтобы иногда вот так отключить мозги, включить ее. Не вот так вот париться, а включить просто. Полчасика, часик поиграл, в неделю даже, и все, и забыл. А тут платно, да не работает ничего. Так, проблема решилась, походу, потому что я, идиот, выбрал Rockstar, а не Steam. Вот сейчас я выбрал Steam, сейчас игра должна запуститься. Господи, а время уже ушло. Неужели? Неужели все запустилось? А теперь, как всегда, GTA-шка будет еще полчаса загружаться. Вообще, на джойстике нужно, конечно, еще уметь, блин, нормально играть, потому что я не очень... Что это такое? Я скучаю по тому времени из детства, когда игры просто устанавливались с диска, не нужен был интернет, просто запускаешь игру, вставляешь диск, погнал, играешь. И вообще никаких проблем. Сейчас нет интернета, и не поиграешь даже в то, что у тебя уже есть, в то, что ты купил. Так, как тут вообще, чё? Я этого персонажа столько лет назад создавал. Блин, мне нужна тачка срочно. Уи! Да, что происходит? Откуда появился этот вертолет, блин? Чё нахрен происходит? Как, блин, я оказался на крыше? Так, нужно вспомнить управление, блин, это. Ага, вспомнил. Отлично. Но иногда лагает, конечно. Я только расположился. Вот только я расположился, и просто все вылетело. Что происходит? Не судьба вообще сегодня поиграть. Все, пошло оно все в жопу, блин, в натуре. Я прям вообще, я расстроен. Идите вы, блин, курите говно. Все, выхожу, выключаю. Забудьте мой номер и не звоните мне больше. Асфальт 9, короче, вообще рулит ситуацией. Вот бы еще GTA-шка реально так же бы играла, прям сразу на маке. Было бы офигенно. Пофиг, пусть на минималках. У меня ведь стационарный комп, он был не мощнее вот этого Мака. А в этом как раз таки обида, блин. Что на том компе я мог играть в GTA-шку. Бам! Первый. А теперь со спокойной совестью я могу идти в магазин. Все. Просто полчаса морочишь голову, чтобы запустить GTA-шку, потом в итоге плюешь на все это, включаешь асфальт, играешь 5 минут и все. Утолил жажду игры. Все, Алиса, я поиграл. Я дал 80 рублей, чтобы поиграть час вот где-то там Да, в итоге игра загружалась полчаса, потом вылетела. Я включил то, что у меня установлено на компе, поиграл 5 минут, и я пошел в магазин. Все. В жопу все. Говно. Срань. Колбадёчек. Ты. Жижа пёстрая. Ну, короче, не, так не в лицо. Где ты там это? Вот это игрунька, это лучшая игрунька. Со мной даже играть не надо, я просто приношу радость. Все, я... О, только хотел сказать, ей ничего больше не надо. Да, я не сказала слово. Она хочет гулять. Гулять! 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 Гулять. Пойдем? Пошли гулять. Пойдем. Так, ребята, у нас тут к вечернему кинотеатру куплено
пиво безалкогольное. Тест в прямом эфире. Блин, тоже. Любое безалкогольное, оно какое-то водянистое. Но это более насыщенный вкус. Ну что, ребят, захотелось посмотреть, сколько приставки стоят сейчас. Игровые. Я в очередной раз, ну, типа, вы знаете, ну, много же мыслей бывает, типа, в какие-то моменты своей жизни, что вот бы купить это, а потом такой, да, ладно, в принципе, не надо. А потом проходит время, это что-то становится очень дорогое. Например, PlayStation 5, я вот не знал, что он столько стоит. Мне кажется, что он стоил дешевле, намного дешевле. Ну, мне так кажется. Если что, зайдите в Telegram и напишите мне в чате обратное. Но по любасу раза в два, мне кажется, он стоил дешевле. Просто Sony PlayStation 5, сейчас я вам заскриншочу прямо сюда. Вот смотрите, бац, 66 990 на Яндекс.Маркете. Жуть! А ну-ка, Xbox. Я тоже не знаю, правда, какой там последний. X серия, XS серия, что там. Давайте посмотрим разные серии. Атама-па-па-ра-па-па-па. Ничего себе. 50 тысяч за Xbox серии X с 1 терабайтом. Жуть. А ну-ка, S тогда что такое? Я вообще отстал в этом деле. А, ну S, она уже такая, конечно, это подоступнее. 28 480. Ну, знаете, вот тут отличный вариант. Отличный вариант, который я видел на Алиэкспрессе. Это, видимо, то, что мне светит. На Алиэкспрессе это стоит, правда, еще примерно в 10 раз дешевле. Это вот такая вот игровая приставка. Геймстик. Два джойстика и флешка, которая вставляется там, ну, можно в проектор вставить. И там тысячи каких-нибудь дендевских игр. И вот на два джойстика можно в какой-нибудь, в Марио поиграть, или в Галактику, в Танчики, в Ладерунер. Помните такую игру? Ах, ну да ладно, ничего страшного, когда-нибудь. Надо закончить этот влог, не хочу уже его нарочно растягивать как-то. Да, сегодня он просто, вот сегодня день дома, и вот такой он есть. Жмите большие пальцы вверх, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал. Смотрите нас на YouTube, на Дзене. Подписывайтесь в Telegram. Но самое-самое это Boosty. Там влоги выходят намного раньше, на сутки практически раньше, чем в остальных местах. Спасибо всем, кто нас там уже поддерживает. Огромное-преогромное вам спасибо. Все. Увидимся с вами завтра. Покеда!